Привет, ребята, с вами Каис, и я продолжаю проходить Biohazard Zero. Да. Не очень. Ладно, сейчас я буду заниматься опять левел 3, левел 4. Постараюсь сделать, как сделал в первые разы. А потом тогда уже сохранюсь и будем искать легко. Так, ну вот они уже тут все трое, блин. Этот какой-то быстрый слишком. Ай. Что слишком быстро идет как-то. Не нравится мне. Ай-яй, быстро встает. Это нехорошо. Это не люблю я. Готов. Так, где еще? Ребята тут. Так, ага, они тут. Идите сюда, что ли? Вот, давайте в эту дырку проходите смело. Готов. Так, один остается. Где он там? Ты идешь сюда, нет? Я тебя жду. Арх. Какой-то медленный. Ну, вроде идет. Ай-яй. Твою мать. Эх, тварь! Поймал, скотина, блядь, ненавижу, сука. Сдохни, падла.
Ну, как в прошлый раз. Все вышло в итоге. Эх, левел 2. Выходим. Здесь их тоже двое. О! А, хотя нет. А второй прям рядом. Так, готов. Хедшот. Больше патронов пистолета сохранил. Окей. Уф. Не, надо обязательно сохраниться. Вот. Едем на левел 4. Еще раз их убивать вообще не хотел бы. Так, хорошо, что тут никто не появился. Вот. Так, ну, наверное, надо взять нож. Бекки, наверное, надо взять гранатомет. Так, ну вот мы и встретились. Опять-таки. Так, она опять не появилась. В этот раз сейчас. Это печально.
Не. Ее опять нету. Так, теперь я пойду сохраняться, наверное. Так, ну что, берем ленту. У нас лента уже заканчивается, блин. Две штуки осталось всего. Ой, куда сохранять-то? Ёлки-палки. Я даже не знаю. Давайте на вот это. Дадут ленту, потому что одна штука — это совсем мало. I'll go alone. Okay. Come on. Roger. Так, ну идем. Прям сразу она мне вряд ли встретится. Скорее всего, опять придется круг делать. Главное, хорошо бы, чтобы она меня зацепила все-таки. Может даже специально спровоцировать. Гранатомет лучше не тратить, конечно. Лучше дробовик тратить. Но второй раз она здесь не должна появиться. Ну да. Это вряд ли. Скорее всего, в одних и тех же местах она точно не может появиться уже. Уф. Спускаться надо. Так, а я РБ-то дробовик в руки дал.
кидал. Это плохо. Я помню, что надо сделать, чтобы она 100% появилась. Надо сбегать сюда зачем-то. Можно даже подлечить Билли. Вообще, да, лучше, наверное, подлечить его. Тем более, когда есть трава, вот. О, блин, я туда пошел уже. Зачем? Я дебил? Маркус другим вряд ли станет. Он очень жирнючий, конечно, будет. А у меня всего 3 хилки, да, кажется. Мне еще оставить надо. Все-таки. Так, я вот сейчас скажу Ребекке, чтобы она тут оставалась. I'll go alone. Okay. А где ты, лягуха? Что-то ее нету. Может, из-за того, что я зашел к Маркусу? This way. Okay. Не надо, наверное, было заходить. Нету ее. Ну охренеть можно. Let's regroup. Roger. Ладно, давайте пойдем попробуем сразиться с Маркусом. А то может и не хватит. А я тут бегаю, что-то пытаюсь. А то может и действительно придется переигрывать аж с тирана первого. Я так уже устал от Зера, если честно. Только бы вы его знали. Два подряд просто прохождения тяжело даются. Так, надо коктейли подобрать кому-то. Давай, Билли, поднимай. Ладно, черт с этой лягушкой.
все-таки рандомные существа. Мне бы вот финальных боссов пройти. Вот это да. Так, гранатомет я отдам Ребекке. Наверное. Магнум, наверное. Хотя, блин, а кам. Там главное не стоять вместе. Желательно. Иначе вдвоем будет он нас трогать. Еще хилки же брать. Так, ну ножи давайте поотложим все-таки, наверное. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Так, что тут по хилкам получается? I'll go. А, стоп, Билли, а что ты патроны не взял? Забрал что ли? Или забирал? Погодите. Тут только лента. А где спрей? Чё, гранат нету больше, да? Но есть дробовик. Так, я еще не при смерти пока. Вау! Так, Ребекка, бери пистолет. Магнума больше нету. Но не все так плохо по хилкам, в принципе. Давайте открывать.
надо взять ключи. Вот эти вот поворотные. Так, а там у нас ничего нету, да? Верно же. Нормально тут за текстуре такое. Ну да, ничего нету. Так, только вот не помню, у кого какой ключ в итоге. Правильно ли я встал? Неправильно. Давай, Билли, вставляем. Что тут дают? Большой интерес. О, даже патроны дают. Ух ты! А тут неплохой набор, я вам скажу. Может быть, даже мы и пройдем это. You stay here. Yeah. Так, ну, во-первых, еще 3 хилки полных можно получить. Сделать. Это вообще мне нравится. Плюс гранаты есть. Не все так безнадежно. Есть даже для дробовика патроны. Так, ну убили, кстати, полно места. Так, там для пистолета есть патрон немного. Ну сколько? 30-ка, наверное. Или 15-ка? 30-ка. И лента есть. Круто. Так, я бы сейчас пошел сохранился, конечно. Или даже здесь бы сохранился. Так, Билли, выбрось пока дробовик. Let's split up. Okay. У нас тут есть гранатомет. Вот. Обычные гранаты. Я, наверное, пойду сохранюсь все-таки. Наверняка штуки 3 ленты дают. Ну да. Так, ну я даже не знаю куда. Давайте сюда сохранюсь. Хотя тут было начало серии, может, оно некорректно. Так, ну... Пистолета реально много. Гранатомет я, наверное, оставлю. Здесь вообще. Хотя, может, против лягушек и гранатомет зашел бы.
не знаю. This way. Okay. Ладно, пойду с дробовиком. Так, я надеюсь встретить охотника на самом деле. Я уже, наверное, не надеюсь лягушку даже встретить. Мне кажется, я опоздал для лягушки. Так, но если я не возьму нож, может случиться печально. Хотя бы, наверное, один нож лучше взять. Может, я и нагнетаю. Вот только не знаю, охотник сейчас уже, наверное, будет, да? Ох, а вы-то откуда? Откуда вы здесь? Стреляй. Вот охренеть, козлы. Я их тут вообще не ожидал встретить. Я что-то забыл про них тут. Интересно. Окей. Так, тут охотник есть? Есть. Блин, он по ногам дал. Это плохо. Это печально. I'll go check over there. Okay. Come on. Okay. Так, ну давайте я с Ребеккой поуправляю. Я не помню, может тут еще где-то зародились. Зомби тех я вообще забыл. Так, ну лягушки вроде нет. Может, их вообще больше и не будет. Тогда получается, я одну лягушку не убил, да? Ну, здесь хотя бы никого нету. И то хорошо. Вроде никого нет, зря я сюда иду вообще. Я хотел спереть ту ленту. Зачем она уже там вообще нужна? Здесь тоже уже никого нету. Хорошо.
Так, Билли, давай ты возьмешь, наверное. Место есть. Уф, два спрея убили, три у Ребекки. Ну, в принципе, оно так и должно быть. Пошли вот этим путем. Может, еще кто-то респаунился, а я забыл про это. Было бы нехорошо. Нахрена ты, Билли, стреляешь? У нас что, патронов до хрена, что ли? Ну, молодец. Теперь уже Ребекки на одну хилку меньше стало. Да, про этого зомба я, видимо, тоже подзабыл. Видите, как оно получается. Так, ну лягушка вряд ли сейчас уже вылезет. Ну да. Чё это Билли не залазил? Офигел совсем, что ли? Так, ну ладно. Ладно, идем к финальному боссу без той лягушки. Нож, конечно, лучше взять, наверное. Особенно для Билли. Вдруг патроны закончатся. Чем отбиваться вот? Так, ну я даже не знаю. Нож. Передам пока его Ребекке. А себе возьму гранатомет. Вооружусь, наверное. Так, ну что, идем сохраняться. Нож пока можно скинуть, наверное. Взять ленту. Сохраняемся. Но куда? В какой слот лучше? Я даже не знаю. Даже вот и не знаю. А я уже затер, кстати, тот слот, где с тираном, да? Угу. Тогда пофиг. Уже пофиг.
Нам надо ее пройти. Любой ценой. Так, конечно, играть я буду за Билли. Хилки, хилки, хилки. Даже не знаю. Рубеке надо будет потом пистолет вырвать. Так, ну чё, едем? Поехали. И скипаем. Отлови. Чё он такой живучий, падла? Охренеть можно. Так, я могу Билли, в принципе, отдать. Это провальная вообще операция. Обоих нас закончило. Вам, блядь, не угодишь ни хрена. Так, ну что, попробуем еще раз. Только как-то надо по-другому распределить оружие. Допустим, Бака возьмет дробовик, а Билли пистолет и гранатомет. Вот так вот. Так, кто-то должен взять нож Ребекка. Да, он слишком жирнючий. Да, и нам нужно отменить команду, чтобы друг за дружкой действовать. Это только усугубляет ситуацию.
Okay. This way. Okay. I'll go alone. Okay. Вот так вот пойдем. Да, он слишком жирнючий. Ну давай ты. Так, еще одна граната есть. Так, берем пистолет. Заканчивает уже, по-моему. У меня патроны заканчиваются. Да чтоб тебя... Ребекка, ты где, блин? Охренеть. А, у меня закончились патроны. Так, ну первая стадия закончена, но все плохо, сами понимаете. Все очень плохо. Один коктейль остался. Самому лечиться надо. Все, у меня больше хилов нет. Так, второй кран повернул. Он идет к ней, скотина. И где? Третий кран повернул. Так, он уже рядом с ней. Так, еще один, да? Ну да.
последний остался. Так, он мешается. Все, что ли? Все. Ура! Прошел я Зеро на зачистку. Ура! Никакие титры мне не нужны. Ничего мне не нужно. Ну да, не было одной лягушки. Ну, даже если бы она была, я думаю, я бы легко с ней разделался. Ранг Д. Дайте сохраниться только на самый первый слот. Все, ребят, поздравьте меня. Зеро покончено. Следующая часть, которую я буду проходить, это Biohazard 4. Да, развлечемся. Ну что ж, на этом благодарю всех за внимание. И пока-пока.